В 15-й серии турецкого сериала «Неверный», который выйдет на экраны Турции 27 января, мы увидим следующее событие. Сын Асии в последнее время показывает себя не с лучшей стороны. Асия прекрасно понимает, что все не просто так, и скорее всего на мальчика так влияет развод родителей. Она попыталась поговорить со своим сыном и сказала ему о том, что сегодня видели, как он выкидывает ручку своего друга в мусорный бак. Только эта ручка считается потерянной, а значит, Али украл ее. Асия собрала все вещи, которые Али взял у своих одноклассников, и сложила их в одну коробочку, а затем отнесла в школу. Когда об этом узнали друзья Али, то они стали его унижать и оскорблять. В школу также пришел Волкан и Дерин, что очень сильно не понравилось Асье. Али начинает говорить, что она позорила его на всю школу, ведь теперь его считают вором, и никто не хочет с ним общаться. Асье пытается объяснить своему сыну, что у нее не было подобных намерений, но парень даже слушать не захотел свою мать. Он продолжал обвинять ее в таком позоре, но Асья захотела обсудить эту ситуацию дома. Только Али ответил, что он никуда с ней не поедет и останется с отцом. Асья вынуждена была сама поехать домой и ждать, когда ее сын немного успокоится. Но вскоре на пороге своего дома она увидела Дерин вместе с Али, которая заявила о том, что они пришли за вещами. И теперь мальчик будет жить с ними. А мы напоминаем, что 15-я серия турецкого сериала «Неверный» выйдет на экраны Турции 27 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.